Напомню, убийство 39-летнего мужчины произошло вечером 23 октября в районе улицы Урожайной в Адлере. Тело с 6 огнестрельными ранениями обнаружили местные жители. А накануне убийца явился в полицию с повинной. В связи с тем, что он скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Вчера мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении, дал признательное. Убийцей оказался 30-летний уроженец Абхазии Владимир Джансузян. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Возможный мотив преступления, отметили в следственном управлении по Краснодарскому краю, это личная неприязнь.